Привет, с вами проект КОСА. Водители автобусов, маршрутов, они везде. И сегодня мы разыграем несколько ситуаций, которые могут случиться с каждым из нас. Видео создано при поддержке лучшего паблика о городе Ставрополе. Я сейчас стою, ссылка появляется на экране и уже в описании под этим видео. Поехали! Бесплатно! Здравствуйте, извините, а вы за 11 рублей не довезете? Спасибо. Возьмите сразу. Спасибо большое. С первого же раза получилось, просто удивительно. Захожу, и все, поехали, 11 рублей. Извините, а вы за 11 рублей довезете? Спасибо. Вот сейчас едет белая маршрутка, какая бы она ни была, я на нее сажусь, пацаны. Извините, а вы за 11 довезете пару остановок? Спасибо. Пойдите сразу. Спасибо большое. Вот и на маршрутке получилось за 11 рублей. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, так получилось. Деньги дома забыл, можно? Спасибо. Проехался, значит, без денег. Меня даже слушать не стали, почему я деньги забыл. Ну, отлично. Здрасте. Извините, пожалуйста, я денежку забыл. Вы не отвезете меня пару остановочек тут буквально. Спасибо вам большое. Миша, он уехал. Было уже не страшно, но немного стыдно за того, что не заплатил. Сейчас будет третий раз. Посмотрим, что будет в третий раз. Здрасте, извините, пожалуйста, я денежку дома оставил, не могли бы пару остановочек меня довезти, срочно нужно, спасибо. Прокатили меня бесплатно, но в конце попросили запомнить номер машины, чтобы я потом отдал денежку. Миша, посмотри, на мне есть фокус? Да. Если до этого мы предупреждали водителей о том, что у нас нет денег или у нас их не хватает, то сейчас... Мы приедем на место и только потом скажем, ой, а денег-то нет. Мужчина, вы извините, я обнаружил, у меня денег нет. Можно выйти, да? Чего? Спасибо. Просто мы катаемся на халяву.
Извините, пожалуйста, денег заметил нет, можно выйти? Спасибо большое. Мы поражены результатом. Маршрутчики пошли нам навстречу во всех случаях. 8 из 8 раз. Спасибо за внимание. До скорых встреч на улицах нашего города и в интернете. Стоп! Не забывайте подписываться на наш канал, на нашу группу ВКонтакте и на лучший паблик города Ставрополя. Нетипичный Ставрополь. Пока!